Хочу вам показать процесс выполнения монтажа медными мягкими трубами на пайке. То есть сама последовательность действий. Для этого понадобится арбалетный трубогиб, рулетка, фломастер, ну и, соответственно, ацетиленовая горелка, которую я использую также в своей практике. Продемонстрирую, как происходит сама непосредственно укладка трубы от потребителя до коллектора. Ну, казалось бы, а что здесь ее укладывать? Мягкая медная труба, ничего сложного нету. Ну, есть такая поговорка: уверенность любителей – предмет зависти профессионалов. Вот так. Ну, подтверждение этого, тут свои сложности есть. Я и продемонстрирую, как это делается. Укладывается труба в штробу. Она пойдет по вот такому пути. Вниз опустилась, пробить сюда, прошла вправо, поднялась вверх и соединилась с коллектором. Далее мы замеряем протяженность трассы от коллектора и до потребителя. Направление я показал, теперь длину этой медной трубы, которую потребуется отрезать. Включаем лазерный уровень для того, чтобы нам сделать замеры более точными. Лазерный луч показывает, значит, на середину блока. Замеряем расстояние. Значит, вот это вот расстояние у нас уже блок выставлен. Вот это расстояние у нас, ну, считаем 30 сантиметров. Сантиметр запас. Значит, вот от лазерного луча до расстояния делится по центрам. Вообще по центрам. Объясню. Значит, вот центр. Здесь у нас проходит две трубы. Не одна, а две. Вот. Значит, правая у нас холодная вода, левая горячая. Замеряем расстояние и вычитаем 30 сантиметров. Вот до середины верхней трубы у нас выходит 76. Так, минус 30, вот этот участок вычитаем. 76 минус 30. Остается 46. Значит, 46 и еще вычитаем 2 сантиметра именно на изгиб. Здесь вот такая хитрость. Значит, 44. Вот. Делаем отметку. Далее выгинаем по указанной отметке трубогибом эту трубу. Вот. Вот 90 градусов. Все. Первый изгиб сделан. Далее кладем трубу. Делаем дальнейшие замеры. Замеры производятся по осям, как я уже говорил. Значит, от середины кронштейна до середины штробы, которая указана. Замеряем это расстояние. Вот мы имеем здесь расстояние 95 сантиметров. Вычитаем 2 сантиметра, значит, получается 93 сантиметра. Повторюсь, очень важно, по осям. Вот. Значит, 95 сантиметров минус 2 сантиметра, 93. Здесь рулеточку ставим на середину трубы. И здесь 95 померили и вычли 2. 93. Здесь также фломастером делаем отметку 93. И выгибаем. Для этих работ очень важен хороший глазомер. Потому что чуть-чуть она ушла в сторону, все. Участок вот так, вот так. И смотрим. Берем этот участок, прикладываем и смотрим трубогиб параллельно той выгнутой трубе. Вот. Вот, вот видите? Получилось параллельно. Укладываем изогнутую трубу в штробу, прищелкиваем уже на закрепленные клипсы. Оп. Таким образом, раз, два. Теперь отмечаем расстояние от середины этой трубы до середины выхода из коллектора. У нас получается здесь 16.
То есть, опять же повторюсь, глаза не должны быть хорошие. 16. Значит, от этой отметки будет 16. Значит, здесь нужно нам сделать 14. Вот у нас любим. Так. 16. Эта отметка делается для того, чтобы это крыло не мешало. И это расстояние, значит, будет у нас 16-14. Так. Все, здесь мы изгибаем. Здесь мы делаем изгиб. Первый изгиб делаем. Берем трубогиб. И выгинаем эту трубу на месте. По отметке. Так. Это у нас здесь так неудобно. Да. Все. И остался последний стык. Кладем трубогиб и замеряем расстояние, на котором будем делать последний стык. Так, 16, значит 14. Ставим отметку. Вот. Ну, для того, чтобы выгнать в этом месте, нам нужно снимать всю трассу. Что мы делаем? Вытаскиваем из штробы. И вот последний изгиб делаем здесь. Опять же, соблюдая перпендикулярность, параллельность. И на этой отметке. Все, прижали. И теперь смотрим, чтобы ручка трубогиба была на одной линии, вот с этой трубой. Ну, мягкая медь, она позволяет немножечко обратную, то есть немножечко дает право немножко на ошибку, на небольшую, так скажем, ошибку по поводу того, что вот такие изгибы можно делать и вручную, небольшие. Вот такие изгибы можно делать вручную. Вот это не допускается технологией. А вот такие уголки 90 градусов уже вручную не сомнешь. Для этого требуется только арбалетный трубогиб. Все. Вот такая у нас конструкция получилась. Ну, это, так скажем, простенько. Заготовку мы сделали из трубы, изогнули как нужно по размерам. И осталось теперь приложить эту трубу на место, обрезать по размеру входа в коллектор. Ну, здесь остается вот такой вот кусочек лишний. Вот, ну, который пойдет уже в другое место. Вот, обрезаем, укладываем, спаиваем. На этом процесс закончен.